Наконец-то нам пришла долгожданная посылка. Шла она ровно неделю. В принципе, не так долго ждали. 11 числа мы ее заказали, и 18 она уже была у нас ровно неделю. Сейчас посмотрим. Ага. Должна быть орешница. Электрическая орешница, которую мы заказывали. Ну, судя по весу, так оно и есть. 1,3 килограмма. Заказывали с Алиэкспресс. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что дошла в целости и сохранности. Да. Ну, упаковка хорошо запакована. Видно, углы не помятые, ничего. Ну, вон видно, да. Даже сама коробка в хорошем состоянии. Чуть-чуть помят. Ну, это, в принципе, не критично. Упаковка хорошая. Пакетик можешь на пол бросать. Сайона. Шуга сэндвич мейкер. Тяжеленько. Ну, теперь посмотрим. Коробка так, даже помятая, удобно помятая, стану. Правда. Ну, это ладно. Главное, чтобы внутри не было повреждений, как говорится. Вот так выглядит. Здесь небэушная. Электрическая. Электрическая. Как он называется? Сэндвич мейкер? Нет. Может, там несколько насадок? Да, сэндвич мейкер написано. Скорее всего, возможно, что там... По-моему, там несколько насадок, включая и орешки. Ну, у нас интересует только орешница. У нас не интересует несколько других насадок. Ну, почему? Это был бы хороший бонус. 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 Вуаля. Та-ра-ра-дам. Бумажки, конечно, прям пожеванные. Бумажки не выбрасывай. Хорошо потрепала их судьба. Угу. Ну, это инструкция. Почему-то называют ее сэндвич мейкер. Смотри-ка, даже есть адаптер. Розетки, адаптер, как у нас. Угу. На много этих розеток. Самое интересное. Она реально похожа на сэндвич. Розетка европейского. Да, не европейского, а. Она серьезно, вот внешне похожа на сэндвич мейкер, если честно. Мне уже страшно. Шнур, конечно, коротковат. Могли бы немножко подлиннее сделать. Не люблю, когда короткий шнур. Но, в принципе, такой мощный, хороший шнур. Трехфазный. В принципе, нам хватает его. У нас немного места на кухне. Как он открывается? На кухонном столе. Смотрим. Ой, мне страшно. А вот как открывается. Так вот, если защелка есть. Открывается. Оп. 2, 3, 4, 5, 6. Правильно? 6 штучек за раз можно делать. А, полностью точно. Готовая. В общем, вот такая. Вообще отлично. Купили мы ее за $41, по-моему, или $42 ли было. В общем, угу. На самом деле, я напишу недорого. Я напишу цену. И самое приятное, что дошло она очень быстро. Мы вообще рассчитывали где-то ближе к Новому году получить. Ну, получить. Нет, не ближе к Новому году, но 29 ноября. Да, да, да. То есть где-то месяц. Ну, это в лучшем случае. А тут пришло, видишь, да. Немножко, конечно. Такое гуляющее. Ну, это. Ладно. Главное, чтобы оно работало. Главное, чтобы работало. Сейчас мы попробуем ее подключить и посмотреть. Попробуем? Да. Давай. Включаем розетку.